Добрый день! На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Живу я в Чувашии, на Средней Волге. Такая горячая пора. Все, что надо заложить, надо собрать, уложить, укомплектовать. Вот тут у нас яблоки стоят в ящиках. Наверное, уже 2-3 недели назад они собраны. Почему еще они не заложены на хранение? А потому что то, что будет гнить, их надо убрать, а потом послойно вот в эти салфетки будут завернуты. Каждый год стараюсь так делать, но когда очень много яблок, тут уже закладываем так же, но несколько раз пересмотрев. Вот когда закладывали, яблоко казалось очень так красивое, без повреждений. Потом вот появились уже, вот и загнивает. Ну вот его бы положили на хранение, что бы с ним стало. Вот. И тут потихонечку уже, каждый день я посматривала, есть, нет. Вот вмятины есть, скорее всего, не будет храниться. Лучше вовремя из них сделать сухофрукты, чем потом сгниют и выбросить. Вот несколько ящиков у нас тут. Томат? Не томатов, яблок. Ну, вот тут беглый взгляд, пока у нас вот этот предбанник превращается как склад. Вот уже вижу, вот тут уже гнилое яблочко. Когда завернешь салфеточку, все равно уже другим не дает загнивать. Он себе будет в салфеточке сидеть. И вот потихонечку, ящик за ящиком переберем. Вот это уже несколько раз мною переставлено. Вот. Ну, тут на первый взгляд не видны. Вот это уже я перебирала, положила. Вот так яблоки хранятся. Сколько тут? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ящиков. Но все яблоки собрать никак не можем. Почему? Потому что дожди. Сегодня до обеда был дождь. Уже под вечер я вышла, досадила, наконец, чеснок. Второй, третий этап. А большой огород даже невозможно заходить. То, что вот немножко участочек там можно уже приготовить. Ну, в таких тяжелых условиях бьемся за урожай на будущий год. Вот там у меня сушатся цветки бархатцы. Разные там цвета. А потом чаи делать из них. Вот. Очень ароматный такой чай получается. Тут и разные цвета. Семена уже тоже собрала, набрала. И вот займусь яблоками. Надеюсь, закончу сегодня. И уже на днях их надо уже заложить. Держать уже хватит. Остатки яблок уже там посмотрим, как будем собирать. Погода будет, соберем. Уж не знаем, середина октября. Пока-пока.